Добрый день. Решил рассказать немножко про аккумуляторную отвертку Bosch. Модель 4-й версии у меня. Попользовался ей. Вообще классная отвертка. Небольшая. Аккуратненькая, удобно пользоваться. Это у меня модель 4-й версии. 5-я сейчас выпускается с USB разъемом. 4-я поставлялась вот с таким, такой док-станцией, с блоком питания. Здесь у нас биты. Она заряжается вот в таком положении, очень удобно. Заряда хватает на очень долго, может быть на месяц работы, с такой небольшой работой. Вот 5-я версия, она немножко изменили ручку, изменили кнопочку. По-моему, выключатель в другом месте здесь сделали. А в принципе, все остальное осталось такой же. Подсветка по-другому сделана. Здесь подсветка снизу. Даже можно принажать, тогда еще не включится моторчик, а подсветка будет уже работать. Ну, там USB простое, 5-вольтовое USB. Ну, но нету док-станции. Док-станция очень удобна, особенно если работаешь на столе. Всегда можно поставить. Заряжается достаточно долго полный аккумулятор, если надо зарядить до конца, около 5 часов, ну, так и заявлено. Аккумулятор, как я смотрел на обзорах, здесь стоит литиевый. Обычный 18650 на 1300 мАч, 3,6 вольта. Весит отвертка около, не около, 340 грамм. То есть маленькая, небольшая, компактная отвертка. Имеются режимы. То есть нельзя выставить скорость вращения, нельзя выставить крутящий момент. Где-то максимальная 215 оборотов в минуту. И 4 ньютона на метр крутящий момент. То есть достаточно мощная отвертка для повседневных дел. Она справляется на ура. Здесь реверс переключается вот таким рычажком. То есть посередине отвертка выключена. Заблокирована кнопка. Можно использовать как просто отвертку где-то подкрутить. И также вот реверс. Если в эту сторону у нас подсвечивается, это по часовой стрелке. Здесь также подсвечивается против часовой стрелки. Когда аккумулятор разряжается, здесь загорается он как заправочка нарисована. У меня рука средняя, небольшая. В моей руке она очень хорошо выглядит. Как и 4-я модель, так и 5-я поставляется в трех вариантах. То есть у них есть... А обычная Basic, как бы, вариант, то есть это поставляется вот такой док-станция, зарядка. Зарядка, причем, не рассказал, всего лишь 250 мАч и 7 вольт. То есть нестандартная зарядка, 7-вольтовая. То есть Basic — это просто вот док-станция и сама отвертка. Поставляется у меня под... Комплектация была коробка с дальномером, а так она просто в коробочке еще поставляется. Также есть медиум, там угловая насадка в комплекте. Насадки надеваются так достаточно просто. Вот так снимается этот, такой резиновая накладка, и сюда вставляется насадочка. И есть full, там тоже угловая насадка и эксцентриковая насадка. То есть две насадки, больше они, комплектация ничем не отличается. Заказал я себе насадку типа резака. Можно будет резать там картон или что такое. В следующих видео выложу, кого это интересует. Насадки, я так понял, подходят как 4-й, так и 5-й модели одинаковые. То есть насадки одинаковые идут. Ну, здесь клеммы для зарядки. Так что, если будут вопросы, пишите.
Ну и в комплекте вот получается набор бит. Как-то они снимаются, по-моему, вот эти. Просто вот так снимается. То есть можно удобно работать, биты брать. То есть, будут вопросы какие-то, задавайте, отвечу. Так, спасибо за просмотр. Пока-пока.